good. Боже, хвала Тебе. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытилась она земных Твоих благ, не лишилась и небесного Твоего царствия. Но яко посреди учеников Твоих пришел и спаси мир, дай им, приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Благослови путешествующих, приезжающих. И дай добрую погоду, чтобы могли окончить пирс, приготовиться к крещению. Услыши молитвы наши. Слава Тебе, Христе Боже наш, во веки веков. Аминь. Сейчас заходите где-то, где можно сидеть. Обед закончится, начинайте проводить занятия с детьми. Завтра четверг, люди приезжают к крещению. Видимо, мы начнем где-то с пятницы. Потому что приезжают готовые, тут только экзамен будет. Мы немножко так проверим перед экзаменами. Кто будет принимать крещение, мы должны знать, как он верует. И вот такое дело. Вот так. Спаси Христос. Ходите с дождем. Дождь называется вот этот мелкий морось. Морось. Меня Игнат Тихонович благословил к машине идти. Вот, я думаю, сейчас к поездке все, кастрюли подготовить, там что подкрутить, помыть, перебрать черный ящик.